Ирина со своим знаменитым дедушкой Николаем Пискаревым лично не знакома, но смогла прикоснуться к его душе через изобразительное искусство. Художник оставил после себя большое творческое наследие. Внучка приложила немало усилий, чтобы как можно больше людей смогли его увидеть. Его заслуга, новаторство в том, что он соединил как бы в единое целое весь процесс оформления книги от переплета до иллюстрации. То есть не отдельно просто рисовал картинки в текст, а он разрабатывал и переплет, и форзац, и титульный лист, и шрифт. На этот раз Ирина организовала выставку в Больших Веземах. На стендах не только работы, выполненные акварелью и гуашью, карандашные рисунки и печатная графика. Представленные и авторские гравировальные доски. Вершиной издательского мастерства Пискарева стали иллюстрации к произведению Льва Толстого «Анна Каренина». Американский клуб редких изданий в Нью-Йорке задался такой целью – издать 12 лучших произведений, 12 европейских государств с иллюстрациями лучшего художника вот каждой из стран. И выбор пал как раз на Николая Ивановича Пискарева. Всего 70 работ, и в каждой чувствуется рука мастера. Ведь большую часть жизни Николай Иванович посвятил изобразительному искусству. Увидеть его творение можно будет до 30 октября. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».